Походу, они сейчас скоро наступают на тебя. Небольшие будут. Проблемы со съемочкой, ну все. Я зайду из отсюда. Так, ничего почти не произошло, пока меня не было, да? А то мне тут был вынужден отойти. Денис, наступай на них. Заходи. Я тоже могу. Сейчас. На перерез давай. Давай. Так. Блин, что-то я все очкую. Все, что-то Денис... У них гарпии появились, то есть горгульи. А вот это уже плохо, кстати, потому что они тоже воздушные. И мясники у них уже. Пуджи, мочи Пуджи. Да мочи все, что сможешь. Так, а сейчас идут к Денису на верхнюю. Погоди. Блин, ладно. Блин, нет, они свернули вниз к Крису. Почему-то к доку не пошли. Ну, потому что, походу, они пытаются помочь своим. А, они пытаются обойти сзади лагерь Криса. Тут что, уже все уничтожили? А, нет, я просто не там смотрю. Фух. Походу, я кого-то своего одного оставил, нет? Чё-то компьютер замешательстве, кого атаковать, Криса или тебя. Чё тут бегает, чего-то ждет. Все такие типа лапочки, да? Видимо, в засаде. Я передумал. Денис, почему у тебя герои раскиданы вообще по всей карте? Я не виноват, они сами. Ты можешь их хотя бы вместе всех водить? Так, если сейчас небольшой отряд из горгульи и еще пара чувачков. Сейчас мне морду бить будут. Потап. Идут немного наверх. Да, пошли бить морду к Денису. Сейчас приду. Блин. Сейчас приду и набью им морду. Рядом, иди, пожалуйста. Властелин колец можно больше не смотреть. Просто звать чуваки. Пойдите в Warcraft, а я посмотрю. Держись там, Денис, держись. Жуки! А, чуть назад отступаем. Давайте. Морды бьем. Ты пришел, Потап? Нет еще. Нет. Иду. Но сейчас он довольно-таки... Я чувствую то, что мне сейчас морды разобьют, да. Не разобьют. Тебе еще разобьют. 4 баста. Нападай. У него осталось всего 4 летающих хрени. Я сейчас еще у них поприручаю парочку. Я-то уже 6 уровня. Блин, чего это вы каменные горгульи? У него вообще летающих нету, да? Походу. Да, еще не осталось у тебя всех. Нет, есть. Трое, есть. Четверо. Они просто все в слюне какой-то, что ли. Это паутина. Так, чего? Блин, да, тут проблемы у нас были. Это я для съемки. Ну, проблема во мне была, но не важно. Но теперь все хорошо. Тут, короче, блин, я сейчас такую армию потом забубахаю. Че, будем их пушить? Давай, помогай. Зареспавнился герой первого уровня. И к вам идут много трубовозок, пушей. Откуда? И сверху, наверх. Блин, он просто читерский такой, знаешь, персонаж, который вот сверху сидит и это вот. Кто это, о ком? Ты, про тебя я. А, блин, ай, ё-моё. Сейчас убьют его. Уходи, чувак, уходи. У меня все уже жесткие какие-то, жестко побитые. Нам слегка, нам бы убежать. А откуда у тебя дракон? Это я. Не, я понял. Я его призвал. Как? Пуджи пришли, а? Творились. Это такой адский замес. Откуда у него столько героев-то? Я вообще не пойму. Так, рушьте проклятый рудник первым делом. Сейчас. Это вот ступень. У меня тут вообще все. У меня вообще только две горгули осталось. Тут три, тут ладно. Плохо. А? У меня тут все плохо. Я блин, послушника бы добить, но... Я тоже убегаю, короче. Ты понимаешь, что я во время заварушки скидывал себе послушника? Да. Только где он? А, так это он и есть. Где он вернулся. А, Пуджи меня бить не могут, офигеть. Понимаешь, мочим горгулей. Нет, я его забрал. Нет, вот он идет с тобой. Да, он со мной? Да. О, вот реально. Этот. Блин, он покоцанный. Теперь у Криса еще будет нежить. Теперь я буду в два раза круче. Погоди, они случайно меня пушить не собрались? Нет, они там тусуются и добивают всех. Кого всех-то? Ну, тебя и Криса. Кто там остался? У меня, походу, в армии вообще никого не осталось, да? Войска вступили в бой. А вон Крис у меня тут стоит. Башенка у меня пропущена. Чините. Ты еще башню строй.
И, пожалуй, Крис, дебильный дракон неправильное здание мочит. Он еще живой. Он послушников бьет, а надо проклятый рудник. Ну, уже поздно. Чокнутый дракон еще живой. Он уже сдох. По идее, если сейчас компьютер пойдет, то он вас всех убьет. Но он... Осторожно. Он не должен этого делать. Я ему это не разрешаю. Я могу воскресить своих героев, а? Можешь на алтаре. Где алтарь? Ну, на алтаре героев. Я не могу его найти среди этих... Ну, слушай, вот... алтарь буря. Может, еще герои? Может, это... А, может, атаковать наземную и воздушную цель? Ну, то, разумеется, тебя еще задело. Если так, герои легко восстанавливаются. Почему они не воскресили короля из компании? Ну, там же, типа... Арты своего батю замочил. Так, блин. Короче, я опять делаю только воздушных, да? Да как хочешь, я не знаю. У меня теперь нежить есть. Чё? А еще у Криса есть башня, которая что-то тусуется у Дениса. Банши? Банши, а, она. Это... Я ее тут захватил, когда заварушка была. Так, иди сюда. В смысле, пусть здесь остается. Я не комплексую, пусть здесь будет. Потап. Чё, тебе нравятся злые девушки? Мне нравится то, что мне кто-то стоит и охраняет. У тебя, что ли, этот, как это говорят, фетиш на прозрачных полумёртвых баб? Мёртвых. Причём тут фетиш? Причём тут это? Не знаю, просто постигать. Так, некрополь готов. Денис, я тебе открою великую тайну, он от тебя увёл Бэшна. Чё на меня? Я от тебя увёл башню. Чё он делает? Бэшну. Банши вообще-то. Ну банши, ну да. Банша, в Денисовом числе. В смысле, Денис, это не башня. Банши, это как пальто. Не склоняется. И не это... Банша, ну в смысле, она в дотке есть, я знаю. Чё вы мне это видите? Денис, а помнишь игру Battle Forge? Да. Денис, помощь нужна. Её закрыли. Хотя... Я знаю, ты мне уже говорил. А, чё, правда? Помочь на всякий случай? Нет, правда. Но зато я тут узнал информацию, не что надо? Те чуваки, которые его делали, ушли от Electronic Arts в Ubisoft и делают какой-то похожий проект. Ну, вроде собираются делать. Так, ты у меня... Чё ты можешь? Дай тебе хилку ещё апнем. Иди сюда. Мне бы, конечно, ещё кого-нибудь наземного, потому что... Почему Пуджи так плохо склеили, что у него дырка в животе? Ну это специально, это дырка с зубами, она всех жрет. Чё, правда? Да. Так, волчих. А, и ещё сейчас к Крису идёт тусовка. Помочь ему, нет? Давай. Нет, он справится, тут всего два Пуджи, два паукана и две горгульи. Тоби, нормально я строю эту... Ограждение с башни. Да, нормально. Один за меня. Как я обожаю этого персонажа. Какого? Да бабу эту. А, Траксу. Он козёл просто. Если я пуджаски видел, то просто... Сразу всё. У меня, по идее, джиггернаут этот чувак, да? Пойдёте от меня нафиг. Нет, не идите от него нафиг. Ещё кто-то появился. Короче, знаете, сейчас Крис намаксит вурдалаков и всё. И будет всем несчастье. Я одних виверн делаю, если что. И это, по-моему, как-то немного... Ну ладно. А сейчас вот Денис неплохо ставит сторожевые башни. Никто не пройдёт. Это называется техника. У него, блин, почему-то рабы стоят, ничего не делают. А, у меня кончился рудник, потому что... На этом месте. Тогда вы идите рубите, а здесь, вместо того, чтобы рубить, ты иди на рудник работай. А ты, раз ничего не строишь, построй что-нибудь. Например, еще одну... Блин, я пустую постоянно их. У Криса, кстати, уже потихоньку заканчивается второй рудник. Сейчас третий отобью. Если отобьёшь. Да он сейчас мне намаксит вурдалаков. В смысле? Я тебе помогу тебе получить золото, при том, что я ничего не получу, да? А я тебе помогу. Плюс ты получишь уровень героя.
А, на меня нападают. Да, на тебя нападают. Да ладно, на него нападают. Они уже кстати, убегают. О, красава. Ну-ка, брысь. Ты замочил повелителя ужаса третьего. Ты второй герой, почему ты его не спавнишь? А? Почему ты не воскрешаешь своего второго героя? Они у меня их трое. Кстати, у Криса очень много золота и дерева на самом деле. Очень много, дофигища. А, ты говоришь, у меня второй рудник кончается, там еще 7000, блин. Что ты не гонишь? 7000 это уже довольно мало. Сейчас еще несколько нетопырей ко мне придут. И сейчас к Денису идут в гости. И сколько же их там? Ну, приличненько. Для тебя. Они сейчас обратно убегут. Да. Угадал. Нет, не бегите за ним, мы пока будем так обороняться потихонечку. Вот здесь вот так вот стойте, если кто-то придет, то это вот... Вы, блин, герои мои. Идите сюда. Что-то я, по-моему, с башнями так это... Денис... Я знаю. Ты видишь, что происходит? Да. Они подходят, убегают. Я перестаю их бить, они снова ко мне прибегают. А хп-то с каждым разом все меньше. Ну, у меня есть хилер. Нет, ну, я имею в виду у них. У них? Ага. Там, как например, бы они мне... у Пуджао одного вообще одно хп осталось. Только его если сейчас не отхилят. Блин, Потап, пошконьте из их рудников за этого им. Сейчас захватим. Сейчас все будет. Вот с героями вот управляться, блин. Смотри, какая у меня хорошая двойная армия. Где? И нежить, и эльфы. А, он сейчас обосрется часть. Пуджики там, да, все. А ты захвати еще его орка. Я вроде бы не могу союзников приручать. А ты не офигел ли уже и союзников еще приручать? Нет, смотри, всего одного твоего раба, это не так что... Смотри, дружественные войска, неподходящая цель. Я, если честно, очень долго раздумывал, говорить ли это или нет, но Крис на тебя нападает. А, ну пусть идут, я их встречу. Ладно, я помогу им. Так, Буджа захватываем. А, ну да, здорово. Да. У него та же фигня, что и у меня. В смысле? Ну, они пришли и ушли. Они пришли, побили мои башенки и свалили. Так сказать, пришли, испугались и ушли. Я говорю, давай уже их за этого им попробуем. Да. Можно ли их тут на подразделения делить? Я бы можно. Вообще был бы сейчас. Ты захватил в область Ctrl-1, нажал. Ну вот. И теперь сейчас. Кнопочкой 1 будет вызываться. Это у тебя нажал на Ctrl... А, вот так вот. Я не уверен, так ли, но вроде того. Кстати, там один послушник стоит перед твоим и чего-то ждет. Где? А еще на Криса сейчас нападут. Нет, а я не понимаю, чего ждет этот послушник. Он просто стоит на месте. Потапу не помогает. Около Крисиной базы. А, ты про Криса говоришь? Около Крисиной базы. А, все, а нет. Игра слов, забавно. Крис, встречай гостей. Уже встречаю. Блин, вот с Ctrl 1 у меня получилось, Ctrl 2 у меня не получается. Ну, должно. Ну, один работает, я так скажу. Может, мне надо, чтобы они было по максимуму за это? Че, кидайся быстрее, я уже спать хочу. Ты не это. Иди отсюда. Че, командир? Кто, командир? Так, что-то я задремал, мне же надо как бы забыть. Опа, что у них тут есть на базе, да. Ой-вей. Потап, это что такое? А вы понимаете, что золото у них-то тоже уже кончается потихоньку? Это как бы эти, как они, наемники. А-а-а. Люди, вы понимаете, что скоро не останется золота на карте и будет решающая битва? Я уже почти готов. Осталось только еще немножечко юнитов сделать. О, а ты деревья всех пошли. Чтобы да ну, я не понимаю. Они пока дойдут, полдня пройдет. На самом деле, ну... Если они все будут за один идти, а не тем столбом, когда... Как у меня было. А откуда еще прилетели горгульи? Денис, а ты готов к последней битве? Ну я вот делю на подразделение.
Если последняя битва будет происходить возле меня, думаю. Нет, я вам советую атаковать их первыми. Всеми имеющими силами оттеснить до последней перегородки, то есть в начале их первую передовую уничтожить, потом ко второй перейти. Еще одну мышку. Не, ну у вас преимущество, потому что они свою большую многочисленную армию сейчас погасят на ваших башнях. Кстати, у них теперь есть один ледяной змей, по крайней мере, у одной команды точно, который сейчас летит ко мне? Крисов. Ага. Я его себе заберу, пожалуй. Все, мне не жалко. Это прям такой счастливый, да, то, что у него есть такая способность. Да, конечно. Потап, блин, капец, конечно. Но у меня два подразделения есть, в которых одна виверна не топорит. Сейчас сзади твою базу обойдут, Крис. Крис. Да. Крис, понимаешь, что у тебя дела нехорошие? Очень. Че, помочь тебе? Да не надо пока что. Я уже бегу. Лечу. Делаю, что могу, короче. Ты дракона так и не захватил. Я его не могу почему-то. Он улетел. Куда он улетел? Вот он, сволочь. На родину. Нет, Денис не дал. Зырь. Сколько я ему снял. Все, нет дракона. Нет дракошки. Я хотел его захватить себе. Я бы просто так нарываться не стал, поэтому. Ты квакаешь. Да. Лаги, нет. Блин. Денис, не вылетай. Денис, не смей. Денис, не надо. Фух. Алло, я здесь еще? Вы так это, мне что-то говорите, а у меня все зависло. Забавно. Мы тебе говорим, не покидай нас, пожалуйста. Я слышал, да. Так, а у вас, кстати, золото побольше, чем у них, но я не понимаю, почему. Ведь вы раньше начали выкачивать. Я скажу то, что, блин, я готов атаковать. Ну, я тоже почти. В смысле, то тем, что я на подразделение уже распределил. Денис, блин, у тебя лимит по воинам, а у Криса... У Криса блин, еще не нет, еще далеко нет, у него не лимит. Опять помочь ему? А, нет. Помоги! Да. Тут три стороны встретились. Три стороны конфликта. Сейчас четвертая. А они, блин, еще тут у меня обходят. Как бы они беспалевно там не прошлись, пока я не вижу. Идите от меня, блин. Тут адский замес просто. Все, меня сняли. В смысле, полностью? Почти. И решили убежать, да? Боевые когти своровали. Сволочи, паршивые. Крис в одну битву, в одну небольшую битву потерял. Еще говорили что-то про то, чтобы идти их кушать, да? Из-за своей жадности, чтобы набить уровни, Крис поплатился. Да это не я, мои мобы напали. Точнее, не мои мобы, а их мобы напали, я напал на них, и начался пипец. Я, походу, одну мышь потерял когда-то. Успел уже, да? Ну, в смысле, Денис, теперь ты самый крутой. Чё я могу сказать? Компании. На меня атакуют? Нет. Да. В данный момент, да. Раб, беги, раб. А он спит. Я вижу, блин, беги, чувак. Вы чё это, пришли? Напортачили, ушли? В смысле? Чё это сейчас было? Они пытались завалить, но просто... Ну-ка, брысь отсюда, урод. Ну-ка. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на три буквы. Давай, добей эту четвертую левел. И пуджа еще. Нет, все, надоело. Да их тут очень мало, ты можешь сейчас их базу тут разгромить. Да? Да. Тут только этот небольшой отряд. Так, Денис, возвращайся, там на тебя поперли. Да ты, блин... Возвращайся, я знал, что они там прут. Ай. Они решили уйти. Нифига себе, ах ты урод, а. Быстрее, прилетели, убили всех. Мы, в смысле, давай. Одного, да, второго, да. Гаргулю это... Войска вступили в бой. О, господи, вообще-то... Такой замес. Так.
Ты чё, там герои, вы скоро? Да я всех героев восстанавливаю. Так, теперь у них тут две труповозки, и вот это уже серьезно. Ты не пошел их атаковать. Правильно. Да, я. Ты рабами воскреси вышки, ну, в смысле, подлатай их. Ща. Но я вот честно тебе говорю, что сейчас верхняя база более-менее уязвима. Ну, она у меня самая защищенная, я тебе вот что скажу. У них верхняя башня, которая. Тут всего одна горгулья, один могильщик, жук, король мертвых и еще один могильщик. И сейчас, две труповозки. Нам надо перестроить подразделение. И вот Крису. Крису выехали. Валите нахрен отсюда. Что, помочь ему? Да нет, они уже сваливают. И теперь все оставшиеся, кто были на базе, пошли к Крису. Остались только две труповозки. Снизу на базе или сверху на базе? Сверху. Денис, а нападай. Снизу у них полная боевая готовность, если честно. Чё ты говоришь? Денис, нападай на верхнюю базу. На верхнюю? Да. Там сейчас никого, только один вурдалак где-то внизу тусуется и две труповозки. Одними летающими пойти? Да. Воинов я вот этих пока не буду брать. Да, их оставить на прозапас. Крис, я думаю, внизу отобьется. Я сейчас уже нападать буду. Кровоски эти фигни. Мочи рудник. Ща. Так, а половина пусть мочит чертоги. Давай. Так, сейчас идут только вурдалаки, не бойся, они тебе ничего не сделают. Они летающих не могут бить, да? Да. Да блин, стойте вы на месте. Еще мышку убьют, блин. Обороняйте. Так, сломай эту штуку и убегай. К тебе идет большая тусовка. Все, убегай. Войска вступили в бой. Да, и у меня место освободилось в армии, замечательно. Ты понимаешь, на что я намекаю, да? Да. Но... И они такие приходят, типа, вот ты урод, чем мы тебе отомстим? Такие послушники выстрелились около сломанных чертог мертвых, это вообще очень ржачно. Так, ну я почти готов. И ты, кстати, сделал, в их сломанном руднике осталось всего один косарь золота. Замечательно. И Дениса атаковали. То есть ты... Отбиваешься. Ты сломал им почти передовую. У них там всего осталось нет, одна. Мне интересно, почему желтые там сверху воюют с Денисом? Ну потому что он им там всех замочил. Их верхнюю передовую снес. То есть там нету одной вышки и чертог мертвых. Можно атаковать? Атаку, блин. Да, можешь их преследовать, потому что тут из серьезных только жук, мясник, куча вурдалаков. Который не может атаковать меня, да? Здорово. Только подошел, постоял, урона пополучал, пошел типа бить. Да, бей их как можешь тут. Ой, сколько у него... А они тоже не могут меня атаковать, да? Ой, сколько у них всяких фигни. Так, а вот король мертвых, это, по-моему, уже плохо. Да? Предлагаешь бежать? Предлагаю, как бы да. То есть у тебя армия какая-то уже мелкая для такого. Все, ладно, уходим, пацаны. У меня один нетопырь только остался. Ну, ты, если честно... О, Крис, да ты там незаметно. Красавчик. Ты чё, даже не предупредил меня, что ты их там... Я же снимаю, мне надо быть в центре событий, я и не заметил. Сколько в одну эту хоть пока раз? Пока я разбирался... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока я разбирался с Денисом, тут... О, это... Крис... Простите меня, почти, пожалуйста. Почти сломал первую передовую. Господи, тема поклонники. А, нет, вы вообще местные. Так, они теперь все тусуются сверху, все самые сильные остатки их сил тусуются сверху. И у меня, блин, не осталось почти войск. Так, опять что-то я часто отключаюсь, так, все. Ты свои войска наверх, Денис. Ты с этой стороны заведешь их? Давайте их с двух сторон просто окружите. Я заведу их отсюда. У них тут просто очень много. Говори, когда будешь атаковать. Я уже атакую. Окей, пошли. Я их в наземных войск вывожу все. Так они идут в сторону Криса, а Крис их добивает. Башню снесу, ща. Так.
Я что-то молчу от того, что тут все так эпично. Ну да, у нас все так эпично. Так, какую базу первую сносим? Верхнюю или нижнюю? Верхнюю. Окей. Гори, хочешь? Прям сразу, прям сразу верхнюю идите. Да, да. Ты в курсе, что у меня до сих пор ульты нету? Да не важно. Так, наверх давай. Давай, давай. Ты чё здесь стал? Светишь типа, да? Да. Я не тебе. Ну да, он тут для этого, я просто отвечаю на твой... Ты я знаю, блин, почему. Нору, да, я для пуша? Да, ты, кстати, всего осталось всего три. А где все? Где все? Рудника на одном все. Ты что, уже... А где все, да? Ну что, всех уже порвали? У Дениса очень много золота и дерева. Да, вы всех уже побили, никого не осталось. Кроме очень большого количества вышек. То есть, все наши враги — это вышки? Да, все ваши враги — это вышки. Я тут виверны, кстати, трачу на вышки. Виверны. Лучше вот эту главную снесем. И убегаем. Подальше, а теперь пушим, да. Крис, а что у тебя скелеты просто ничего не делают? Потому что уже наскучило. Они, понимаете, они ничего не могут сделать, у них, у одних не осталось дерева, а у вторых золото. Они ничего не могут сделать. То есть мы нам просто пройти и пропушить, замечательно. Да, вам просто пройти и всех убить. Куда идем? На нижнюю теперь сразу. Да, погоди, еще не всех убили. А? Еще не всех убили. Сейчас. Ты можешь все войско свое за это вот. И у меня, кстати, виверн вообще мало осталось. Войска вступили в бой. Так. И один из героев компьютеров повержен. Так, давай, вниз. Все, просто сразу, не устанавливайте. А, ладно, пошли. Что я не вижу виверн. Кстати, Крис, ты забыл тут одну лучницу, одну древо. У меня всего 5 виверн, если что. Да, может, сейчас скоро прилетят эти летучие мыши. Тут один бурдлак, бедный, еще дерево добивает. Да. Тут башни духов столько же, но они довольно-таки в большом расстоянии друг от друга. Тихо. Окей. Тихо. Так, у меня герой умирает, просто надо его хилить. А, да фиг с ним, просто пропуш. Офигеть, эта змейка как реально это у... нас атакует, блин. Тупо вот эту снести, да, и все. Да, эту штуку... главную и зиппурата. Два я зиппурата еще оставлю. Поставлю здесь какую-то змейку пушущую. Просто пушим и все, короче. Вы очень большие молодцы. А, тут, кстати, где-то оставался один юнит, да? Здорово. Да, но его, видимо, убили. Да, вы его убили. У меня, кстати, сейчас прилетят эти возможно, летучие мыши, если успеют. Да все уже, мы победили. И у меня что-то там вылетело. Ну все, победа. Все молодцы. Все, выйти из игры. Всем спасибо за просмотр, да? Да, подписывайтесь, и всем пока. Ну и как там? И хорошего настроения. Очень хорошего.